Всем привет, ребята! Вы на канале Насти Кекс. Я, кстати, ребят, создала свой новый канал. Так, как он там называется? Ребят, я вам, наверное, в описании оставлю не ссылку, а оставлю название моего канала. Я просто забыла. Я не помню, Кексик там. Ну, может быть, если вспомню, я вам обязательно скажу. А сегодня нам прислали вот такую посылочку. Сайта Лол. Так, что у нас тут? О, господи, я не увижу. Покупай, веселись. И тут написано желтым цветом. Не настоящий, я его сама выдумала. Просто так я там начертила. Вот такая вот стрелочка, мы по ней будем открывать. Давайте мы начнем. Ребята, мне пришлось нам по стрелочке открывать. Тут было надорвано. Тут было немного надорвано, но мы открываем. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и... Все, ребят, упаковка полностью пустая. Все тут вода стали. Девять сюрпризиков, лол. Ребята, смотрите. Это сюрпризики аксессуары. Вот тут улетел. Тут разная одежда, там... Шляпки, босоножки, туфельки, ботиночки, там, ну, вот разные одежда, или попадается там ободочек, сережки, там еще что-нибудь. Давайте мы начнем открывать. Начну я на выбор. Давайте с эксклюзива начну. Эксклюзив. Вот так вот они выглядят. Тут написано. Я сокращенно написала лол. И вот такая вот желтая молния, и она раскрашена в розовый цвет. Открывается вот так по молнии. Целый антистресс. Прям я люблю открывать по молнии. Открываем, а тут у нас попался. Попался. Это что-то не эксклюзив, что ли? Нет. Попался бантик. Вообще он часто должен попадаться. Такой вот мне бантик попался. Такого вот, как красненького цвета. Следующее мы откроем вот такой вот. Он уже другого цвета. Фиолетового. Ну и тут все наоборот. Открываем. По антистрессу. Ребят, я сейчас порву тут, похоже, что-то. Нет, не рвись. Живи. О, тут у нас попалась вот такая вот конфеточка. Да, давайте сейчас вот так покажу. Конфетка. То есть это попадается еда. Делала я это не одна, мне помогала моя подружка. Давайте откроем другой. Мне помогала моя подружка. Она, то есть, рисовала, вырезала, складывала, склеивала. Я рисовала, делала, надрезала молнию, откладывала. И так мы все это делали вместе. Тут вот так вот он открывается. Не совсем по молнии, конечно. Ну как не совсем? Вообще не по молнии. Тут что у нас получилось? Это что такое? Это шапочка. Даже не обвела. Это шапочка вот такая вот. Красивенькая шапочка. Отличненько. Следующее откроем вот такой вот слой. О, ребят, смотрите, четко по молнии открылся. А тут у нас что лежит? Тут у нас лежит кепочка. Такая вот кепка. Такая кепочка, она фиолетового цвета. Нам попадается уже разная одежда. Это очень хорошо. Меня это очень хорошо радует, потому что скоро будут нам с этого сайта, я попрошу, чтобы нам прислали куколок, а мы будем одевать в эту одежду. И давать аксессуарчики. К примеру, вот такой вот оторванный аксессуар попался, типа какого-то, я не знаю, даже сумочки, наверное, корзинка. Дальше, следующее я открою вот такой вот. Он вообще так очень плохо запакован, смотрите, как он так вот был, я его вот так вот открыла. А тут у нас... Это что, блузка, типа? Типа блузки, да, наверное, черная блузка. Она мне просто не говорила, что она рисует. Следующий я открою вот такой вот слой. Надрезала она так, плохо. Надо просветить обязательно, а то я сейчас порву. Тут получилось... О, ребята, у нас тут... Ребята, у нас тут сюрприз упал. То есть у нас их получается не 9, а 10. Тут у нас вот такое вот сердечко. Так,
Так, убираем. Давайте мы сейчас откроем вот такой вот. Это тоже эксклюзив, потому что сзади написано мое имя. Настя. Мы его отклеим. Тут ничего нету. Ключинка. Сейчас я открываю. Я не вижу, как я это открываю, потому что очень плохо просвечивается через темный цвет. И похоже. Ой, да уж. Я оторвала. Это была желтенькая юбочка. И рисовала ее я помню, хорошо. Ой, куда я ее выбросила-то? Вот она. Так, дальше вот этот слой. Мы откроем тут опять юбка черного цвета. Типа школьные черные юбки. Мы сегодня тут очков, ботиночки и так далее. Мы ничего тут не нашли. Откроем еще один. Тут у нас что-то интересненькое, мне кажется. Как вы думаете, какого цвета? Даю подсказки. Желтый, розовый, синий, красный. Тут у нас юбка синего цвета. Такая вот юбочка синего цвета. Итого у нас получилось три юбки. Раз, два. Три юбки. Черного, желтого и синего цвета. Ребят, тут у нас, извините за посторонние звуки, тут у нас есть два вот таких вот бантика, красный и розовый. Дальше нам попались два головных убора. Это шапочка и кепочка. Такие вот два головных убора. И блузка. Блузка. Так, надо посмотреть, что тут. Сумочка и сердечко. Вот такие вот у нас мелочи для куколок попались. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Подпишись на мой канал. Подпишись на мой второй канал. Я напишу в комментариях, если вспомню. Ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся в новых роликах. Кто хочет, чтобы присылали вот такие вот посылочки опять с этого сайта. Ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся в новых роликах. Пока!